Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Обладатель рыцарского титула сэр Иэн Холм Катберт, снимающийся в кино и на телевидении под сокращенным именем Иэн Холм, на протяжении многолетней актерской карьеры был удостоен ряда премий, среди которых была «Бафта» за лучшую мужскую эпизодическую роль. Холм широко известен как театральный актер, но снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых такие картины, как «Чужой», «На западном фронте без перемен», «Пятый элемент» и «Властелин колец». Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», умер в возрасте 88 лет, сообщает BBC. Издание Variety со ссылкой на представителя актера сообщает, что Холм, последние годы страдавший от болезни Паркинсона, умер в пятницу в больнице. «Он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи. Нам будет его не хватать», – заявил агент Холма газете «The Guardian». В детстве мальчик получил образование в некоммерческом учебном заведении графства Эссекс. А когда родители перебрались на побережье Уэртинга, начал заниматься в драматическом кружке. Согласно одному из интервью Иэна, визит к дантисту привел к знакомству с Генри Бейтоном, который играл в драмах Шекспира и помог сдать экзамены в театральный вуз. Правда, учеба в стенах Королевской академии искусства была прервана из-за призыва на службу в армию, которая проходила в Австрии в местечке под названием Клагенфурт. Холм начал карьеру актера в 1950-х годах и сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. На его счету роли в таких культовых фильмах, как «На западном фронте без перемен», «Огненные колесницы», «Пятый элемент», «Послезавтра», «Авиатор». За роль в фильме «Огненные колесницы» Холм номинировался на премию «Оскар». Однако настоящую известность ему принесли роли андроида Эша в фильме «Чужой» и хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Кроме того, в роли старика Бильбо Холм появился в двух фильмах из трилогии «Хоббит», где его персонажа в молодости сыграл Мартин Фримен. Холм также широко известен как театральный актер. В 1998 году он был удостоен премии имени Лоуренса Оливье за исполнение роли короля Лира, в 1967 году премии Тонни за главную роль в пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой». В личной жизни Иэна Холма, которого зрители иногда путали с актером Джо Пеши, присутствовало много женщин. Начиная с 1955 года он был четырежды помолвлен и женат. Первые две супруги исполнителя роли Бильбо Бэггинса, которыми были Лин Мэри Шоу и Софи Бейкер, родили ему дочерей и сына, но отношения закончились разводом. В 2003 году Софи Де Стэмпл он заключил последний довольно счастливый брак. В 1989 году королева Елизавета II возвела Холма в командоры Ордена Британской премии. А в 1998 году он получил дворянское звание и стал сэром.